В астрономической обсерватории имени Энгельгарда отпраздновали День космонавтики. Программу открыла выставка «Удивительный мир космоса». На ней были представлены поделки из пластилина, бумаги, лего и фольги учащихся школ и гимназий Казани. Также зрители увидели картины и стихи, посвященные значимым событиям из сферы космонавтики. Каждый житель нашей страны должен точно знать, что 12 апреля – День космонавтики, потому что это самый главный наш приоритет. Мы были первыми в космосе, первый спутник, первые животные в космосе, первый человек в космосе, самый длительный полет Титов совершал, первая женщина в космосе, первый выход в открытый космос и первые сфотографировали обратную сторону Луны. В обсерватории представили новый комплекс малых телескопов. Теперь посетители с легкостью смогут посмотреть на Солнце и Луну с помощью телескопа. Более того, благодаря современному оборудованию можно увидеть лунные кратеры, солнечные протуберанцы и их вспышки. Мы подготовили очень много различных конкурсов, очень много викторин познавательных, интересных. Также проведем большой флешмоб танцевальный. И думаю, что ребята с удовольствием проведут здесь время, так же, как и мы. Студенты Института физики Казанского федерального университета проводили игры для учеников школ и гимназий. Дети смогли узнать больше о планетах и их расположении. Также информативные стенды рассказывали о выдающихся открытиях космоса. Виктория Бабайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.